Ну вот, я сегодня, сейчас мне позвонили подписчики, которые здесь живут, сказали, что вроде завтрашнего дня еще на 2 недели будут объявлять комендантский час. Я думал, шутки, наверное, какие-то. Ну, видимо, это слухи и до местного населения дошло. Все загружают машины продуктами. В общем, короче, вот такая штука сейчас. Везде вот все беготня, вот продукты покупают. Ну, я тоже взял масло, хотя у меня она есть, но думаю, возьму тоже, думаю, вдруг мало ли что. Действительно, чем черт не шутит. Вот, купил. Вот, ну, не знаю я, как будет, что будет. Ну, народу-то много, все сумками. И около машины, около багажника открывают, загружают. Берут муку, масло, черт его знает, что за паника. Ну, я-то на такие вещи очень стойкий. Ну, я не знаю, вот как-то вот сегодня вот так вот. Я думал, ай, наверное, люди просто вот так вот, наши люди же умеют же вот так вот панику делать. Вот, думаю, наверное, еще такая. Ну, смотрю, и местные что-то все закупают. Вот. Не может, чтобы на 2 недели объявили комендантский час. Ну и что? Ну, продукты-то, наверное, вот смотрите, все загружаются, все машины, это самое, подогнали. Это обалдеть, вот даже тележки на улице оставили, тележкам вытаскивают и загружают. Вот сейчас я в магазин зашел, БИМ, там народу много, берут и берут. Ну, посмотрим, что будет. Я лично знаю, что на всю жизнь не напасешься. На всю жизнь не напасешься все равно. Вот. Как мой папа говорил, сынок, помни, говорит, если беда приходит всем одинаково, это говорит, уже не беда, это как почти как праздник. Если тебе одному говорят, тогда, говорит, это беда. Если, говорит, со всеми вместе, говорит, будь со всеми вместе, как все. Прими, говорит, их горести, радости, все вместе. Я думаю, что, блин, затариться, куда нафиг затариться? Я не могу понять вот этих людей вот так. Ну, сколько вы натаритесь, ну? Ой, блин. Кошмар. Ну, посмотрим завтра, поживем, увидим до завтра. Я думаю, что такого, возможно, не будет. Из-за 2 дней-то тут такое было, что аж министр МВД подал в отставку. Вот это самое. Я же говорю, трудностям не привыкшие, трудностям вообще не привыкшие. Они еще ленинградскую блокаду не пережили. Вот. Наш народ все-таки намного сильный, эсэсеровский народ, намного сильный в этом плане. И вот, блин, выдерживает все тяжести, тяготы. Вон, сумками идут. В общем, короче, завтра я вам доложу. Я думаю, что это все туфта, это очередные слухи. Вот. Всех вам благ, дорогие мои. Пока-пока.